Друзья, всем привет! После того, как мы побывали на сухогрузе, мои родители и мой друг Дима захотели тоже сюда попасть. Поэтому сегодня мы вновь приехали к нему. В прошлый раз я не показывала, как мы поднимались на вот этой вот лестнице. Она веревочная. Сегодня очень сильный ветер, и здесь волны. Здесь очень много людей. Вот. Но на этот раз, так как у нас машина высокопроходимая, мы спустились прямо сюда. В прошлый раз сюда на Ниве тоже люди спускались, а вообще люди оставляют машины на самом верху. Думаю, Дима сегодня будет рад. Парням же это вообще круто. Да. Как на Титанике. Да, круто, конечно. Да. О, какое море. Да, красивое море. Здесь можно также попрыгать на тарзанке в море. В прошлый раз парни прыгали. Не знаю, решусь я сегодня или нет, но мне бы тоже очень хотелось. Да ногами его таранил так. Да тарань, чисто полностью. Я хотела сюда снова приехать, чтобы попрыгать, потому что этот раз я увидела, что мальчики прыгают, думаю, да, круто. Ох, класс. Видели что? Класс! И вода теплая, да? Классно! А глубоко вообще? Да, конечно, глубоко, да грустно, если он стоит. Ты чё? Так не знаю. Сюда еще не решил. Метров 5 уровней. Даже Ксюша решила, Дима не решился. Первое мое впечатление о этом корабле, конечно же, его размеры. Очень длинный. Сразу я не представлял, что он таким будет. Но когда увидел вживую, конечно же, очень сильно удивился. Ну и радость-то какая, конечно же, когда вот такому-то кораблю. Дальше, ну, конечно, было очень тяжело подниматься по лестнице, потому что высоко. Корабль высокий очень. Много кают. Правда, мародеры там, конечно, побывали, все разорили, мусор везде куча. Когда поднялся на капитанский мостик, там было очень много оборудования, но уже сломанного. Все поразбирали, так и там. Там даже были такие вот рычаги, которыми управляешь скоростью. Ну и когда уже на верхней палубе оказался, я там увидел большущие такие трубы, ну, из которых дыма вот это выходит. Ну что еще рассказать? Больше мне еще всего, конечно же, понравилось прыгать.
высоко, конечно, не сразу, конечно, я настроился, но прыгал я, конечно. Но, в общем-то, это и все. В общем, кто бы что ни говорил, но это очень интересное место, куда приезжает огромное количество людей посмотреть, полазить, покупаться. И я всем советую сюда тоже съездить, потому что это необычно, как минимум. А сейчас мы решили здесь разместиться, покушаем дымки, фруктики. Всем приятного аппетита! Спасибо. Ага. Берегите. Ну как, вкусные дыни-то свои? Угу. Нормально? Аромат. И фруктики. Сюда вставай ногами. Да? Так ты хотела? Хотела, да. Что, ага. Держишься? Надо только, знаешь как? На вторую ногу ставь туда. Надо же в эту сторону, потому что она же... Я вообще с такой высотой прыгала. Вот так надо, спиной прыгать. Вторую не ставишь туда ногу? Неудобно? Так. Я на пожарке прыгала, с такой же ставила. Я тебя... Такого нет? Да! Сейчас, подожди, я скажу тогда. Давай. О! Круто! Бонзай! Нет! Так. Ударился сильно! Ударился! Ну? Боком ударился очень сильно! Как вы видите, сюда уже начали даже возить вот на таких джипах. Людей привозят. Но это действительно уже прям как туристическое место стало. Потому что Рио под Кабардинкой тоже пользуется очень спросом. И вот теперь еще одно место в нашем Темрюкском районе, куда будут приезжать люди. Ну что ж, сегодня я вам еще раз показала сухогруз Суров. Сама даже не думала, что сюда приеду во второй раз, но оказалось, что да, еще раз съездили. Если вам понравилось это мое видео, не забудьте подписаться на канал, если этого еще не сделали, поставить лайк, и увидимся в следующих роликах. Всем спасибо, всем пока!